Ребята, дорогие, всем привет. Всем приветики. В этот прекрасный воскресный вечер. Я надеюсь, всем меня хорошо и видно, и слышно. Посмотрим, как все работает. Все работает прекрасно. Спасибо, Оленька. Всегда хорошо иметь обратную связь какую-то. Что это у меня там такое лежит? Вот так вот. Вернем немножечко. Вот так вот камеру. Вот так вот. Прекрасно. И картинка у нас будет более такая нетронутая. О как. Во как. Всем привет, мои дорогие. С Новым годом вас тоже, Иван. И Ольга. Кто у нас еще? Посмотрим. Вот. Люди смотрят. Ребят, сегодня я... Вчера у нас с вами был классный, хороший вебинар. И сегодня я хочу продолжить. У нас сегодня последний день приема на программу. У нас был такой очень короткий прием. Потому что, как вы знаете, я вам уже сказал, кто-то не смотрел вчерашний вебинар, как бы я сделал эти вебинары, потому что я немножко чувствовал себя не очень хорошо перед вами в нашей... вот открытой Facebook-группе, потому что я больше времени проводил на Инстаграме, вот занимаясь, так сказать, маркетингом. Кроме того, естественно, что я вот провожу большее время, конечно же, большее время дня в поддержке, использую на поддержку членов нашей программы и на английском, и на русском, и онкологии, и метаболических программ. Занимает очень многое время. Но, конечно, мне хочется, чтобы была какая-то свежая кровь на программе, потому что, конечно же, когда мы работаем вместе, я получаю от вас огромное количество вдохновения. Так же, как я и надеюсь, я и вам даю это вдохновение. Так что это, вот эта вот обратная связь очень важна, важная. Вот. И поэтому я решил сделать эти вот два живых эфира. Номер один и вчера. В воскресенье, в субботу вечером и сегодня, в воскресенье вечером номер два. У нас были разные аспекты, мы говорили, вчера мы как бы познакомились, я представил, кто я есть, те, кто меня как бы не знает. Ну, я надеюсь, что все слушали вчерашний вебинар, поэтому я как бы больше представляться не буду. Ну, продолжу нашу тему со вчерашнего дня. Я скажу как, что для меня очень важно. Во-первых, для меня очень приятно, что мне уже не нужно, так сказать, ну как бы, я чувствую, что мне уже не надо никого, так сказать, никому ничего доказывать. И это очень классная ситуация, потому что у нас много сотен человек на программе с разных, со всех, ну не со всех, конечно, не скажу, но где-то с, я думаю, что с 30, с 35 стран мира разных и на английском, и на русском. Я еще, кроме этого, преподаю и на датском, и вот недавно начал, вот 3 месяца преподавал на испанском, еще на французском могу преподавать. То есть у меня, я чувствую вот это вот удивительное, что я могу передать какие-то свои внутренние настрои, вдохновить людей на разных языках. Это удивительно, это просто очень классно. И для меня, конечно, знание языков – это большой, очень важный аспект. И он, наверное, отражает, как мое отношение к жизни, что можно себя выразить очень-очень по-разному. И я, как человек, начал себя выражать по-разному уже с ранних лет. Ну, начал, во-первых, играть на очень многих музыкальных инструментах. И это для меня было очень важно. И продолжаю уже сколько?
больше 40 лет играть на музыкальных инструментах. Это для меня тоже выражение себя. Языки для меня тоже выражение меня, потому что они выражают разные стороны меня. И языки, конечно, они очень-очень классные, уметь выразить себя не только на своем родном, но и на других языках. Конечно же, учишь чужую культуру, расширяешь свой кругозор. Это классно. Вот. Ну и, конечно, то же самое для меня важно, что я выражаю себя, если я хочу восстановить мое собственное здоровье, то я понимаю, что это нужно делать, так сказать, путем выражения себя в разных, в разных планах. В плане дыхания, в плане питания для получения энергии извне, это можно оптимизировать, и в плане устойчивости, так сказать, распределения той энергии, которую мы получили, как можно более эффективно. Я называю это аллостатической устойчивостью. То есть устойчивость моего собственного гомеостаза, гомеостатического баланса, гомеостатического равновесия в условиях окружающей меня среды. Это называется аллостатическая устойчивость или аллостаз. Гомеостаз, мой собственный, всех 12-13 внутренних физиологических систем в условиях окружающей меня среды. Потому что среду я не всегда могу изменить, хотя многое могу. Вот я переехал, например, еще ближе к морю, к лесу, к степи. Мне это очень важно для моего здоровья. Я вам немножечко об этом немножечко сегодня расскажу, немножечко больше. То есть среду тоже можно изменить. Можно изменить свою среду удалением токсичных людей из вашей. У меня это было вот всю жизнь у меня было так. Как только я видел, что люди хамы, я их тут же удалял из моей жизни. Потому что они там извинялись. Ой, Миша, я не то имел в виду, ты меня не понял. Но когда люди, если люди могут схамить тебя, сделать гадость один раз, для меня я всегда вот иду такой поговоркой, как бы следовал ее. Life is too short for blended whiskey. Жизнь слишком коротка для виски плохого качества, то есть для смешанного виски, который смешан из разных дешевых сортов. То есть, если пить виски, то нужно пить виски хорошего качества. С другой стороны, конечно, я пью сейчас виски очень-очень редко, потому что я раньше очень любил виски, а сейчас, вот как только начал работать со здоровьем, как только перешел в кетоз, я уже 8 лет в кетозе нахожусь, то есть тело уже больше не хочет спиртного, алкоголя. Это другой вопрос. Вот, и вот эта вот устойчивость, мы говорили, возвратимся обратно к нашим овцам, к устойчивости. Как говорят французы, retournons à nos moutons. Возвратимся обратно к нашим баранам. Так вот, нужно не только оптимизировать, так сказать, эффективность получения энергии извне через лучшее дыхание, лучшее питание, но нужно эффективизировать еще и распределение этой энергии. И вот я как раз на эту тему и сделал мой протокол. Это вот мой протокол, протокол Сахарова. Как вы видите, он оптимизирует. Вот видите, вот здесь вот вы видите, да? Вот эта вот красная строка, эффективность энергопотребления, это как раз и есть эффективность питания и дыхания. А вот этот вот синенький треугольник, который вы видите, да? Вот этот вот треугольник, это как раз он называется, вот вы видите, здесь в середине написан треугольника, треугольник аллостатической устойчивости. То есть это ментальная устойчивость, физическая устойчивость и иммунная устойчивость. Вот. Ее тоже можно эффективизировать. И она это называется эффективностью энергорасхода. То, что синеньким написано. Вот для меня это очень-очень важно. И это внедрено в мой протокол. У меня существует много различных аспектов работы с этим. И так как у меня теперь очень хорошие результаты, у меня есть классные видео отзывы и с английской программы, и с русской программы. То же самое программа, просто на двух разных языках. Совершенно те же самые у нас сейчас приложения есть. И в этом приложении, как вы видите, оно работает на двух языках. Вот это вот приложение на английском,
А вот здесь вот я изменяю, и приложение то же самое на русском, да, и в этом приложении все содержание, оно, так сказать, зеркально. Русское отображает английское, английское отображает русское. Вот. И это, конечно, классно, что людям вот это вот толкается такая информация в течение года по подписке. Каждый день, за исключением субботы, у нас в субботу свободный день. И после этого, после 24, после 12 месяцев у нас понижается цена в 3 раза, и люди входят на такую на поддержку, и я называю это как бы вот такое вот продолжение подписки, оно называется страховкой здоровья. То есть, по идее, вы можете быть на программе с нами, получать мою поддержку практически каждый день, когда она вам будет нужна. И это будет не когда вы заболеете, не, так сказать, не по болезни будет страховка, а именно на здоровье страховка. То есть здоровье, страховка для тех людей, которые взяли ответственность за свое здоровье на 100%. Вот так вот она работает, и я ужасно рад, у меня теперь больше будет времени, вот особенно сейчас с Нового года, с завтрашнего дня мы снова как бы начинаем работать, у нас прием на программу заканчивается сегодня, так что кто еще не успел, вот, присоединяйтесь к программе сегодня. Куда лучше поставить мне эту штуку? Наверное, вот так вот. Сделаю белым цветом, пожалуй, где у меня белый цвет, вот так вот надо сделать, вот, тогда будет хорошо видно, присоединяйтесь к программе, к нашей сегодня, и что я хочу сказать, я хочу сказать, что я с вами буду, сейчас я снова буду по утрам иметь утренние, маленькие, короткие минутки по утру. У нас была немножко маленькая пауза. Ну, в программе очень много консистенции, в программе очень много насыщенности. То есть начинаем в воскресенье у вас, вы получаете тему недели рано утром. Вся информация по вашему часовому поясу в 5 часов утра уже у вас. И вы можете посмотреть уже и видео, 3 видео я вам посылаю каждое воскресенье. По понедельникам присылаю вам историю излечения, то есть какую-то интересную историю именно вот по теме недели от одного из наших участников. Во вторник у нас с вами ответы на вопросы, которые мы собираем в течение недели на платформе Crowdcast, которая для этого специально приспособлена для сессии вопросов и ответов. Вот в среду у нас ментальный тренинг утром. В четверг у нас встреча на Zoom, так называемый круг общения. По пятницам у нас опять ментальный тренинг или каждую вторую пятницу в конце каждой двух недель, каждую вторую неделю у нас с вами викторина по вопросам как раз вот этих вот двух недель. То есть программа построена очень классно, мы ее все время развиваем. В приложении у нас огромный раздел ответов на вопросы. Все те вопросы за последние полтора года, больше чем полтора года существования русской программы, они внесены в качестве видео, записаны. И у всех есть теги, у всех их категории, и все их можно найти вот по тегам и категориям в приложении. То есть вот у нас есть... Вот здесь вопросы и ответы. Когда вы входите в вопросы и ответы, у вас есть возможность поиска, как вы видите, по категориям, по ключевым словам и на английском. Ну, на русском. Для английской программы на английском, для русской программы все на русском. И у нас есть школа нежной кухни. У нас есть также с видео по приготовлению еды, медитации у нас есть. Курс занесения данных, занесения различных измерений по вашему здоровью, графики.
То есть очень-очень-очень классно все работает. Вот. Хочу сказать, как. Вот я сегодня утром проснулся и подумал, у меня была такая мысль, что у нас есть каждый день возможность совершенно конкретного вот улучшения нашего здоровья. В каком смысле? В смысле того, что... Вот знаете, люди, вот вы говорили со стариками часто, часто старики говорят, каждый раз, когда мы встречаемся с ними, наши любимые, может быть, члены семьи, они говорят с нами о их болезни. Вот каждый день их занимает болезнь. Какие таблетки, как оздоровиться там, улучшить симптомы сердечных заболеваний, диабета, нейродегенерации, деменции, рака и так далее, и так далее. Это занимает все их время. И, ребята, мое видение – это избежать этого. Чтобы когда я был стариком, я сейчас чувствую себя молодым. У меня сейчас, конечно же, энергия такая, что никогда на моей жизни, наверное, не было отсутствия болезней. Постучим по дереву. Вот. И, ну, я сам к этому приложил, так сказать, усилия. Для меня это было очень-очень важно все время, так сказать, чтобы ну, обеспечить нормальное функционирование организма. То есть, чтобы я мог нормально двигаться, чтобы у меня не болело. Ну, вы знаете, у меня были проблемы огромные с сердцем, и мне их удалось реверсировать, убрать полностью. И, конечно, это спасло мою жизнь совершенно серьезно, потому что я много раз просыпался в неотложке, лежал в госпиталях. Вот. У меня не работал мой желудочно-кишечный тракт, у меня был постоянный понос. Все это ушло. Мне это больше как бы не беспокоит. И я надеюсь, что со временем я буду сохранять вот именно вот это вот состояние и духа, и тела. Потому что баланс духа и тела, он очень важен. И вот когда я разговариваю с моим папой, например, мы сейчас с ним договорились, что вместо таблеток и болячек мы с ним будем говорить о серьезных вещах, о его жизни. Я буду брать у него интервью про его жизнь. Ему 88 лет. И мы с ним договорились, что говорить о болячках, ну, реально, вот по большому, вот, так сказать, большому счету, как бы, не имеет смысла. Имеет смысл друг другу говорить вот о каких-то больших, важных вещах, чтобы у него было что-то, чтобы его внуки знали, откуда они, чтобы они знали свои корни, чтобы они знали своего дедушку и, конечно же, нормально. Если обычно, если такие вещи не приоритировать, то никогда времени на этого не будет. И вот вместо того, чтобы говорить о болезнях, о болячках, о таблетках, мы будем с моим папой, вот решили говорить, встречаться раз в неделю. И с мамой я хочу сделать то же самое, чтобы они реально делали, как бы вот, мы с ними говорили о важных каких-то аспектах. Каждую неделю у нас будет своя тема. И они будут рассказывать о своей жизни, рассказывать о жизни. Вот папа может рассказать о жизни в 30-е года, в 30-е года прошлого века. Он родился в 32-м году. Представляете, как бы, как это было тогда. Он помнит Сталина, как бы он помнит все эти вещи. Он помнит, как у него из дома вывозили людей на расстрел. Мы жили в центре Москвы. У меня, мой дед был замминистра текстильной промышленности тогда. И он думал, вся семья вставала ночью, просыпалась, потому что думали, что вот за ним приехали. Вот такой вот воронок приезжал во двор нашего дома почти каждую ночь. Дом был большой, на Покровском бульваре. У меня папа до сих пор там живет, хотя он живет сейчас больше на даче под Москвой. Вот об этом я хочу поговорить. Я хочу поговорить о том, как он учился, о том, какие у него были друзья в школе, о том, как учился в институте,
как вообще был вот конец 50-х, как он все это помнит, войну, где они были, как он это помнит. Потом поговорю с мамой, у мамы совершенно другая история. Это имеет смысл. На это тратить время имеет смысл. Тратить время на таблетки не имеет смысла. Поэтому на нашей программе я помогаю людям сойти с таблеток. Конечно же, после того, как они увидят, так сказать, каким образом у них улучшается здоровье через наше приложение, потому что они каждый день заносят совершенно конкретные измерения в свое приложение. Вот сейчас у меня за последний месяц у меня была такая маленькая вступительная программа, на которой люди работали. И я скажу так, что, конечно, нам удалось даже вот малое количество людей, с которыми я работал, им удалось уже какие-то маленькие изменения вести. Вот сейчас просто покажу, может быть, некоторые из них. Вот одно. Например, вот вы видите, человек работал, начал 8 декабря, у меня был маленький подготовительный курс вот для большого нашего курса, вот этого был подготовительный курс, и вот начали с 8 декабря контрольную паузу, измеряла максимальную паузу, поднялась с 11 до 18, вот, глюкоза довольно-таки низкая, понизилась, гуляет немножко, пульс утренний. Это вот как бы минимальное измерение. Мы видим уже какие-то что-то, вот контрольная пауза утренняя и вечерняя. Вот здесь вот не видно практически разницы между черной и синей низкой кривой. Если мы закроем вот эти вот и закроем глюкозу. Это все через приложение у нас сделано. Вот у людей поднялась вечерняя и утренняя контрольная пауза. После этого она у них поднялась, это средненедельная, за 4 недели, видите, с 10 выросла контрольная пауза, это дыхание, до 17 в среднем. Глюкоза очень стабильная, как бы. А вот если посмотреть там, например, на пульс, то он вот немножечко здесь как бы упал, колеблется. Если посмотреть на какие-то другие измерения. Сейчас я найду еще что-нибудь. Это вот буквально за месяц. Вот за месяц, что возможно. Контрольная пауза, опять же, поднялась с 26 до 38. Контрольная пауза с 13 выросла до 25. А это одно из самых важных аспектов человеческого здоровья, понимаете? И если посмотреть, вот как бы выключить и включить снова, сейчас посмотрим, так что я бы видел и тех людей, которые занимаются у меня уже долгосрочно, то вот человек, вот, например, вот кого-то вот мы увидим, человек у меня на программе с 3 мая прошлого года. То есть практически уже больше полутора лет, да, на программе. Это вы видите каждодневные измерения, вот средненедельные измерения. И вы видите, конечно, что средний пульс уменьшился. Вы видите, с 80 в среднем до очень стабильно, до 65. То есть за полтора года изменение пульса, падение пульса на 15 ударов, это очень круто, утреннего пульса. Да, вот это у нас утренний пульс, желтый. Да? После этого, если мы посмотрим, например, на контрольную паузу, вот видите, она утренняя 13, вечерняя 15, с этого начинали, а сейчас утренняя, и вы видите, утренняя контрольная пауза, средняя, недельная, она ниже вечерней. Это значит, человек плохо спит. А если синенькая выше черненькая, это значит, человек хорошо спит и поднялась больше, чем, видите, больше, чем в два раза. Утреннее 30, вечернее 28 в среднем. Это самое важнейшее измерение по Бутейко.
И вот если вы видите каждодневное измерение, видите их огромное количество. Вот посмотрим за последний месяц, за последние 2 месяца, за последние 3 месяца. Тут человек работает очень-очень серьезно. И вот за последний, вы видите, перерыв был. Вот снова человек начал, снова после Нового года очень, в смысле, сейчас пока не начала, видите, снова. Ну вот, вот так вот человек занимается каждый день. И если мы посмотрим на другие аспекты, вот на такие аспекты, как, например, максимальная пауза, видите, увеличилась с 18 до, в среднем, до вот 42, а то и 49, то есть в 3 раза выросла. Видите? Это очень-очень круто. Вот. Что у нас с пульсом? Пульс упал очень-очень серьезно. Ну, глюкоза гуляет немножко, я вижу. Хотя около меньше 5, это прекрасно. 4,8. Глюкоза у нас здесь 4,6. Средненедельная. Это очень-очень хорошо. Вот. Это вот вам просто, чтобы вы поняли, как бы, как у нас система работает. То есть очень-очень конкретно все работает. Я вот, вот здесь вот написал, присоединитесь к программе. Сегодня я вам сейчас в чате напишу эту ссылку напрямую. И вы сможете просмотреть там, там на программе, там как бы посмотрите, там есть ссылки, то есть где люди рассказывают, после 6 месяцев на программе, после 3 месяцев на программе отзывы у людей. То есть вы прочитаете и по программе, посмотрите отзывы. То есть это вот все те люди, которые я вам вот так вот показываю, они вот так вот работают очень-очень конкретно. Вот, и реально что я хочу сделать? Я хочу, чтобы для меня, чтобы... Сейчас мне 54, в этом году мне будет 55, да? У меня сейчас нет никаких болячек. Я сейчас, у меня нету никаких ограничений по движению. Я снова могу бегать, я снова могу играть в теннис. Я сплю хорошо. У меня нормально работает кишечник, пищеварение. Сегодня утром я хочу вам, кстати, показать. Вот никто не верит, но вот я сегодня утром сделал такой снимок, чтобы вам показать. Это вот снимок был сделан сегодня утром. Это что значит? Это значит, что у меня глюкоза в крови 2,8. Видите, красным горит. Красное – это значит гипогликемия. 2,8 – это очень опасное состояние для обычного человека. А для человека, который уже 8 лет в кетозе, у меня такая низкая глюкоза. Представляете себе? Говорят, что чем ниже у вас глюкоза, тем в среднем, тем больше вы живете, будете жить. А у людей, вот ко мне приходят на программу, не глюкоза там, 8 бывает, 7 бывает глюкоза. А у меня, ребята, глюкоза в 3 раза ниже, когда я встаю утром. В 3 раза. 2,6, 2,8. А кетоны у меня знаете какие? Ну, это, может быть, не все из вас знают, как бы, что это значит. Вот говорят, люди говорят, в кетозе нужно быть, чтобы была высокая кетоза, высокие кетоны, да. А у меня при таких вот, такой глюкозе 2,6, 2,8, у меня кетоны 0,2. То есть вообще их практически нет. Почему? Потому что я их использую оптимально. То есть все те кетоны, которые у нас в крови, это кетоны, которые как бы идут, ну, скажем так, ну, на выброс, да. То есть, во-первых, нам, телу нужно намного меньше кетонов, потому что используется коэффициент их использования намного, коэффициент потребления их намного выше. Вот. И печень их делает намного более оптимально, производит. То есть у людей, которые были, как я, в кетозе уже почти 9 лет, у них высокая степень адаптации. Тех, кто знает, кто слышал мои вебинары, я всегда говорю, что существует 4 ступени адаптации по времени. Вот, если люди реально следуют моим советам, то они проходят 4 ступени адаптации. Вот. И, конечно же, уровень кетонов, высокий уровень кетонов – это только для первых 3 степеней адаптации. А для 4 степени адаптации, и, может быть, даже 5 степени адаптации, кетоны очень низкие, потому что их мало нужно, они используются оптимально.
И я ем один раз в день. Или иногда два раза в день. У меня всегда стабильная энергия. Нету вот этого, вот как раньше. А ментальная устойчивость классная. То есть я стресс, несмотря на то, что я работаю довольно много, но мне это нравится, моя работа. И стресс на меня больше так не действует, как раньше. Потому что у меня есть определенные методы работы со стрессом. Вот. Так что, ребята, в этом смысле я нахожусь в классной ситуации, когда мне не нужно ничего доказывать. Те люди, которые присоединяются на мои программы, это люди, которые прошли фильтр, который я поставил. Это очень круто. Я этому очень рад. Как на программе по онкологии, которую я начал уже давно, 8 лет назад, там приема нет, люди не могут ее купить. Для нее нужно пройти 3 ступени прохождения, то есть собеседование, из них последнее. Сначала нужно пройти процесс, так сказать, просмотра видео. После этого только как люди просмотрят видео, получается, получают они вопросник с 30 вопросами. Если они не просматривают полностью видео, этот вопросник они не получают. Поэтому если люди мне звонят там или пишут там, говорят, вот, Миша, вы послали там вот такую штуку, а там никакого вопросника не было. Я им говорю, ну, понятно, значит, ошибка. Следующий. Это значит, они не имели возможности, у них не было терпения просмотреть полностью видео, потому что вопросник возникает только после 55-й минуты, а видео длиной 58 минут. Я так спроектировал, чтобы знать, у кого есть терпение работать долгосрочно, а у кого нет. Так что вот так вот, такой процесс отбора. После этого люди мне пишут вопросник, я просматриваю вопросы, ответы на вопросы, на 30 вопросов, которые я написал, в том числе, зачем вы хотите, почему вы хотите жить, один из важнейших вопросов, на которые люди должны ответить, всего их 30. На этот вопрос мне было очень сложно его сформулировать с самого начала, но я решил все-таки это сделать, и я не пожалел, потому что это является самым важным вопросом. Даже людям, которые сейчас я работаю с метаболическими программами, я им всегда говорю, ребята, вы не сможете полностью выздороветь, если вы себе полностью 100% не будете отдавать отчет, почему вы хотите жизнь, почему жить, почему для вас жизнь так важна, что в жизни такого хорошего, что вы хотите жить, что вы, когда вы больны, вы цепляетесь за жизнь. Если вы это не опишете очень-очень важными, хорошими, глубокими словами, у вас не получится выздороветь. Раньше я этого не знал. Вот. И третья ступень отбора на программу по онкологии – это разговор со мной. Все это бесплатный процесс отбора и часовой разговор со мной. После этого только я беру людей, посылаю им ссылку на оплату. Вот, у меня есть вот эта вот программа, с которой я так работаю. И я очень рад, у нас очень хорошая динамика, очень хорошая энергия на этой программе. Я там людей поддерживаю напрямую 5 дней в неделю. Потом у нас есть программа, где я поддерживаю людей 2 раза в неделю. Она стоит в 3 раза меньше. И у нас есть программа, вот метаболическая программа, о которых я сейчас говорю. Программа – это как бы базовая программа, с которой я хочу и именно ее расширять. Она для меня самая важная, потому что я считаю, что мне важно, как бы, чтобы мои мысли нашли отклик у большого количества людей, чтобы они смогли вдохновить своими успехами, они могли вдохновить свою семью, свое ближайшее, окружение. И, конечно же, я с этого года буду начинать вот более и более приоритирование вот этой вот нашей программы метаболического здоровья, в которой поддержка идет вот как бы для всех в группе, потому что групповая работа, конечно, самая важная. Вот, и на эту программу я как раз вас сегодня призываю. То, что призываю, предлагаю вам посмотреть ссылку, если вы не присоединились еще, и начать сегодня, потому что сегодня вечером закрывается приемная программа. Когда он будет в следующий раз, пока не знаю, может быть через 2 месяца, может быть через 3. Вот, ребята, что, то есть процесс оздоровления, он, скажу вот по, вот у нас
начал процесс оздоровления, теория, что необходимо, практика, с чего начать, ответы на ваши вопросы. Пишите ваши вопросы. Тут же, если у вас есть вопросы, пишите. А вот у вас уже какие-то вопросы есть, я смотрю, я на них отвечу в конце. Процесс оздоровления, он долгий. И, ребята, вот сам процесс, вот именно как бы, вот это вот очень, очень важно понять, что самое важное в построении – это именно процесс нормализации здоровья, как ему с возрастом это понимаешь лучше, как бы лучше и лучше, больше и больше, глубже и глубже, ты начинаешь относиться к большим уважением к самому процессу и к его медленности. Вот. Есть такой лозунг, очень важный, я его придерживаюсь. По-английски он звучит так: Unless your name is Google, don't act like you know everything. Можно так сказать, за исключением того, если твое имя Google, не ведите себя так, как будто вы знаете все. За исключением той ситуации, когда ваше имя Google. Мне это очень нравится. И здесь как бы, вот люди меня спрашивают, вот, а это для всех, вот такой процесс, он одинаков для всех, вот я вот такой, я отличаюсь друг от друга. Ну, ребят, сложно сказать, я считаю так, что мы друг от друга очень-очень мало отличаемся. Мы намного более похожи, чем мы, так сказать, друг на друга, чем мы отличаемся. И поэтому, вот когда мы начинаем соединять все точки над «и» вместе, то есть вот этот вот синергетический эффект, который мы от этого получаем, он дает, имеет огромное значение для всех, вне зависимости, какая у вас как бы генетическая предрасположенность и так далее. Вот. Особенно, когда мы начинаем дышать правильно, одновременно, когда мы начинаем есть правильно, убираем все триггеры автоиммунитета, все триггеры воспаления из еды, начинаем двигаться, у нас начинают расти мускулы. Здесь существует огромное количество прямых путей физиологических, биологических от роста мускулов к нормализации здоровья. Вот. И когда мы начинаем соединять точки над «ё», все вот эти точки, это дает огромный синергетический эффект. Когда мы начинаем еще распределять энергию, тренировать нашу устойчивость, и ментальную устойчивость, эмоциональную устойчивость, физическую устойчивость, иммунную устойчивость, а ее можно тренировать, иммуноустойчивость. Всем этим тренируется иммуноустойчивость, защита от вирусов. Это самый радикальный и самый оптимальный, конечно, метод защиты от вируса. Вот. То мы начинаем выздоравливать. Мы начинаем выздоравливать. Но людям нельзя подарить то, что дать тот подарок, которому они еще не готовы принять. Есть очень важное такое вот выражение. Ты не можешь людям подарить то, что они не готовы принять. Поэтому на программе у меня только люди, которые готовы. И это очень-очень классно. То есть процесс оздоровления, вы должны быть готовы, вот отвечая сразу на вопрос, вот Иван спрашивает, курс, который начинается с понедельника, какой продолжительности, месяц или год? Он на продолжительности, у него, так сказать, 12 месяцев обучения, и после за одну цену, и потом за треть цены начинается процесс поддержки, который не ограничен. Вы можете сойти, если вам не понравится, то вы можете сойти с пробега, сойти с курса каждый месяц. Так сказать, после каждый месяц вы можете написать и сказать, что вот, мне больше не хочется работать, мне курс не нравится, и я вас просто снимаю с оплаты. То есть курс, который начинается сегодня, в воскресенье, он продолжительности 12 месяцев обучения, и после этого за треть цены бесконечное количество месяцев именно участия в программе. Вот. Вот Ирина спрашивает, нужны какие-то добавки? Нет, никаких добавок не нужно. По питанию у меня уникальная как бы система тем, что вместо добавок я рассказываю вам, как нужно есть. И то, как вы едите, большинству людей даст возможность не использовать никаких добавок. И, конечно же, процесс адаптации будет намного более эффективным без добавок. Ну, у меня такой подход.
Хотя, конечно, вы можете использовать, что вы хотите, но на программе как бы не, я не использую никаких добавок, не продаю никаких, ни медикаментов, ни БАДов, ничего. Вот, это как бы про процесс оздоровления. В теории что необходимо? Ну, в теории необходимо именно соединить вот эти вот точки над ЙО, о которых я вам все время говорил. Они очень-очень важны. Эти точки. И сейчас я вам. Эти точки, это точки, вот именно точки дыхания, это работа с дыханием, а мы для дыхания используем метод Бутейко, который зарекомендовал себя уже за последние 60-70 лет как единственный, я считаю, метод, который дает возможность измерить очень-очень конкретно по непосредственным физиологическим реакциям тела ваш уровень здоровья каждый день. Это круто. В плане питания у нас так называемое эссенциальное кетогенное питание, или мы начинаем его сейчас называть функциональным питанием, потому что для меня очень важно, чтобы у нас функции тела нормализовались. Вот. А я не смотрю, мы смотрим вот на два аспекта, которые очень важны. Что нужно удовлетворить? Нужно удовлетворить психологические потребности в еде, да, и физиологические потребности. Для меня, конечно, очень-очень важно, чтобы мы могли удовлетворить физиологические потребности. И на это нацелено мое эссенциальное кетогенное питание, или ЭКП. Или мы можем назвать его функциональным питанием тоже. Потому что, конечно же, я как бы сделал среднее, это эволюционное питание. Это для человеческого вида эволюционное питание. Я, конечно, об этом говорю очень много. И в этом и люди у людей убирают даже аутоиммунные заболевания. Не только рак, если с ним работать очень-очень серьезно, но на программе по онкологии, но требует поддержки очень большой. Вообще все требует поддержки. На этой программе она основана, рассчитана на заболевания, как бы метаболические заболевания, заболевания, с которым мы можем, у нас есть время медленно работать. Вот. По питанию, да, эссенциальное кетогенное питание. По ментальной тренировке у меня есть своя система, которая идет от ментального тренинга самураев, которому 300 лет, уже как бы оно идет от боевых искусств, и я своим долгом считал всегда как бы дать людям возможность использовать те методы внутренних боевых искусств, так называемых, в обычной жизни, без потребности, так сказать, идти и тренировать конкретно какое-то боевое искусство. И я вам буду преподавать вот этот ментальный тренинг, чтобы улучшить вашу ментальную устойчивость именно по системе самураев. У меня есть мои методы преподавания. Вот. Я работал ментальным тренером для футболистов, для теннисистов тоже. Вот. Ну и физическая устойчивость, она очень важна. И здесь, конечно, и у меня много методов разных интересных, очень из которых это меня заинтересовал Полчек. Во-первых, Полчек и доктор Мэффетон. Пол Мэффетон. Вот. Не Пол, извините, а Филипп Мэффетон и Полчек. Я, и кроме этого, конечно же, различные системы боевых искусств, в том числе система русская, такое искусство есть боевое. Вот. И это, в общем-то, умеренное движение, очень умеренное движение, медленная тренировка, медленные различные типы нагрузок, конечно. Мы работаем с эффективностью энергорасхода именно в физическом смысле. Вот, про иммунитет. Иммунитет мы работаем через активизацию прогона лимфы. Это называется иммунная. Ну, это как бы дренаж, лимфатический дренаж. Он его можно делать мануально, а можно в движении делать. Так вот, у нас есть способы движения, такие, которые действуют на прогонку лимфы и именно на дренаж лимфы в движении.
работают. И кроме этого, конечно, ментальная часть, она переключает иммунную на физическую. То есть это вот физическое и иммунное, как раз то, что у нас вот здесь вот написано, вот здесь вот, да, физическая и иммунная устойчивость, это переключает ментальная сторона. Это переключение, это баланс между симпатикой и парасимпатикой. То есть, если у нас начинает доминировать парасимпатика немножко, то у нас включается иммунная устойчивость. Вот. Это вот именно конкретно по теории, что необходимо. А практика, с чего начать? Ну, начать нужно, мы начинаем на программе, как вы увидите, как раз вот я вам сделал линк, сделал вам ссылку вот на присоединяйтесь к программе сегодня. Там вы увидите совершенно конкретно, с чего начать. Я вам сейчас это просто покажу совершенно конкретно. Вы его прочитаете. У вас сегодня вечером еще есть время. Вот. И если вы пойдете на эту страничку, то вы здесь как бы все увидите. Вот и здесь написано. Вот программа метаболического здоровья. Как вы видите, почему ШИП, структура программы, какие уровни у нас есть. Каждую неделю есть отзывы клиентов и на русской программе, и на английской программе с субтитрами. И обучающий материал. Я здесь все рассказываю, что для этого конкретно нужно. Измерения, школа нежной кухни. И вот дорога от метаболического синдрома к суперздоровью. Да? Карта метаболического здоровья. И вот я описываю, как у нас неделя идет на программе, что в воскресенье получаете тему недели в форме видеопакета. В понедельник утром передача опыта. Во вторник утром еженедельная сессия вопросы-ответов. В среду утром звуковые файлы с ментальным тренингом. В четверг утром приглашение опять на сессию круг общения на Zoom. В пятницу у нас тест, викторина, ментальный тренинг. Вот. И содержание программы идет по неделям и по дням. И все это вот мы делаем понемножечку каждый день. Совершенно, совершенно реально круто. И вот так вот мы идем по модулям и продвигаемся. Это вот ответ на вопрос практика, с чего начать. Начать нужно, конечно же, мы начинаем, конечно же, с дыхания. Потому что дыхание – это самая первая вещь, с которой надо начинать. Не питание, не жрачка единой, как говорится. Извините за выражение, конечно, но я реально это имею в виду. Не жрачка единой. То есть нужно работать с самого начала по бутейка. И с этим мы как раз и говорим, то есть вот Ирина пишет, скажите, упражнение по бутей, как часто делать в течение дня? Ну, ребята, в зависимости от ступени болезни, от степени болезни, то есть их нужно начинать. Я вам расскажу все по программе. Вот я вижу, Ирина, вы, по-моему, присоединились, я точно не знаю, но мы начинаем вот... есть разные упражнения, и в течение дня, в зависимости от того, если у человека рак, то нужно делать там 3-4 часа упражнения по бутейка. Вообще заниматься физическим движением, каким-то образом делать упражнения нужно в течение 3-4 часов для 3-4 степени рака. Да? 3 часа примерно, 4 часа некоторые. Вот. Но нужно знать как, конечно. Поэтому у меня на моей интенсивной программе с поддержкой я это все для людей, у которых рак, рассказываю. А с метаболическим здоровьем мы начинаем понемножку. Мы начинаем с уменьшенного дыхания и медленно-медленно продолжаем. Вот. А если в дыхании по бутейку 0, то получится, конечно, освоить. Вот Лариса пишет. Конечно, я на эта программа иначе рассчитана, на то, что человек ноль по дыханию. Бутейка, начинаем с нуля. Начинаем с нуля. Вот Елена спрашивает, а уровень инсулина что-то означает? Конечно, он означает, но мы его, так сказать, мы его смотрим именно по, определяем косвенно, не напрямую, а косвенно, потому что этот тест довольно-таки дорогой, если его так делать каждый день. А мы смотрим по дешевому тесту по глюкозе. Если у нас глюкоза каждое утро высокая, низкая, она снижается, она стабилизируется, и это значит, что у нас, так сказать, инсулинорезистентность проходит, и чувствительность восстанавливается на инсулин в рецепторах клеток. Вот, это очень важно. И, конечно же, если у вас одновременно хороший уровень энергии, у вас сначала кетоны в крови есть, ну, потом мы смотрим, как они начинают уменьшаться со степенями адаптации. Вот, а если у вас глюкоза остается стабильной все время, то, по идее, ничего кроме глюкозы измерять не надо. При условии, что у вас, конечно же, нормальный липидный профиль, тоже измеряем мы.
Это у врача нужно сделать. И потом мы измеряем различные показатели профиля воспаления. Они тоже у людей будут в новой версии приложения, которая будет со следующей недели, я надеюсь. И там их тоже нужно у врача. Там все это написано будет. Вот, и если у вас тренды изменяются, значит все, значит процесс пошел. Ребят, самое главное, чтобы тренды изменялись. Вот это практика. Практика у нас в течение первого месяца уже у вас будут, у каждого будет свой график тренда. Вот такие, которые я вам показывал. И тогда все начнет работать. Вот, мои дорогие, вот то, что я вам хотел сегодня сказать. Я рассказал вам немножко про то, что меня вдохновляет в моей работе. Я рассказал вам про теорию, что необходимо, про практику, с чего начать. И ответил на ваши вопросы. Вот, и я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я горжусь, конечно, тем, что мне удалось создать вот такое вот питание, сделать. Конечно, я рад тому, что у меня есть такая возможность работы с вами сейчас классная. Вот. Иван спрашивает, кетогенное питание, можно ли приложить при раке толстой кишки? Ну, не просто нужно, можно, но и нужно. Потому что вы снимаете нагрузку с толстой кишки, вы убираете, так сказать, гниение различных волокон, различных, то есть растительной масла, масса, она гниет в толстой кишке, вы убираете проводимость, то есть убираете leaky gut, как это называется дырявый кишечник, и убираете воспаление. При раке толстой кишки, конечно же, нужно работать с кетогенным питанием. Обязательно, обязательно, обязательно. Потому что тогда у вас будет все, так сказать, нагрузка будет идти на передние части желудочно-кишечного тракта, а не на задние части, как рак толстой кишки, не на нижние. Вот, то есть с толстой кишки будет, по идее, нагрузка будет сниматься. Это очень-очень важно. Вот. И, конечно, я вам советую, если у вас рак, если у вас рак, ребята, то пишите мне напрямую или в Инстаграм, вот вы видите здесь вот Инстаграм, или пишите мне по мессенджеру в нашем Фейсбуке, в группе на Фейсбуке, здесь прямо напишите мне, я вам расскажу, каким образом можно, я вам дам ссылку на программу с двухдневным, с два раза в неделю с поддержкой или на программу с поддержкой каждый день. Но на нее нужно, так сказать, более... Там процесс отбора идет. На программу с поддержкой 5 дней в неделю. Там идет процесс отбора. А программу вот мы сможем с вами поговорить о программе с поддержкой 2 раза в неделю, если вам это будет интересно. То да, сможем вам помочь. Пишите мне напрямую тогда в личку или в Инстаграм, или на Фейсбук-группу. Вот Елена спрашивает, если человек не в кетозе, он не сможет решить проблемы со здоровьем? Нет, я думаю, что нет. Полностью не сможет, нет. Да. Вот, ребята, такие вот дела. То есть это зависит, конечно, я не могу отвечать за всех, потому что люди разные. Конечно, какие-то проблемы уйдут у людей, но я считаю, что пребывание в кетозе – это важная, очень важная часть, потому что конечно же, образование реактивных типов кислорода уменьшается очень сильно, уменьшается процесс окисления, избыточного, как бы, да, неполного окисления кислорода, это и есть реактивные типы кислорода, уменьшается процесс хронического воспаления, нормализуется работа иммунитета в кетозе, снимается нагрузка с мозга, это очень-очень важно, потому что, конечно же, одна из важнейших аспектов – это то, что мозг управляет всеми нашими 13 системами нашей физиологии, и, конечно же, нагрузка с мозга, когда человек находится в степени, в высоких степенях кетогенной адаптации, конечно же, нагрузка с мозга снимается, мозг работает намного более эффективно. Вот Ирина спрашивает. Миша, скажите, пожалуйста, можно ли наоборот набрать вес на кето? Очень нужно. Да, конечно, можно набрать вес на кето, но для этого нужна обязательно физическая нагрузка. А многие люди, которые работают вот на кето, то есть кето само по себе недостаточно, я считаю. Я с кето уже работаю, скоро уже будет 9 лет,
и я вижу, что кето само по себе недостаточно. Поэтому я называю это эссенциальным кетогенным питанием. Эссенциальное – это как раз вот это аспект элиминационного питания, который очень важен для людей, у которых хроническое воспаление и недостаточная инсулиновая чувствительность, инсулинорезистентность. Для них важен очень аспект элиминации, потому что именно аспект элиминации снимает нагрузку системы пищеварения, снимает нагрузку с дыхания тоже, потому что, конечно же, когда у вас идут аутоиммунные реакции, у вас учащается дыхание, и у вас уменьшается, у вас увеличивается вентиляция воздуха, это называется гипервентиляция через легкие. И, конечно же, поступление, так сказать, оптимизация поступления кислорода в клетку ухудшается. То есть она становится неэффективной. Подпитка клетки и кислородом, и микроэлементами, и макроэлементами, она становится менее эффективной. Когда вы входите в кетоз, и когда вы присоединяете еще аспект элиминационный, то, конечно же, вы достигаете намного больших результатов. Вот. Вот. То есть и сбросить можно, тоже вот Лариса пишет, кому что нужно, мне сбросить. Да, и сбросить можно и на 20, и на 30 килограмм. Вот люди сбрасывают на моей программе. И больше. У меня был человек с экстремальным весом, больше 200 килограмм. Вот. И у него вес довольно-таки быстро начал падать. Ну, с экстремальным весом немножко по-другому, конечно. Но если вам кому-то, кому же нужно сбросить вес, это, конечно, возможно. Но это, понимаете, вес просто так сбрасывать как бы нельзя. Вес нужно сбрасывать таким образом, чтобы вам, изменяя именно образ жизни, тогда это будет стабильный процесс. Вот. А если это просто сбросить вес, то он потом обратно вернется. Это как это называется, йо-йо дайетинг. То есть диетный подход йо-йо туда и обратно. Она все время вес будет появляться и уходить опять. Появляться и при, ну, и так далее. Вот, так что вот такие вот дела, ребята. Сегодня я вам опять же написал присоединяйтесь к программе сегодня вот в нашем в чате. Так что если хотите, время еще сегодня есть. Если вы хотите на онкологию, то пишите мне напрямую, я вам дам ссылки. Я онкологию не маркетингом не занимаюсь. Люди идут только по наслышке, по сарафанному радио. Вот такие вот дела, мои дорогие. Я буду рад продолжать с вами работу. С завтрашнего дня мы снова начинаем вот с новой группы. Хотя группа у нас большая, та же самая, но вот новое количество народу у нас присоединилось и на английскую программу, и на русскую программу. Так что классно. С завтрашнего дня начинаем. Я вас всех крепко обнимаю. Спасибо вам огромное за ваше участие. И за ваше внимание. Сейчас я вам напишу. Спасибо за внимание. И посылаю вам вот такое вот, такое сердечко. Всего доброго, мои дорогие. Обнимаю вас крепко. До встречи.